Приказываю выполнять требования безопасности. К бою! На Рощинском полигоне под Самарой военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа провели боевые стрельбы из штатного вооружения. На занятиях под руководством опытных инструкторов военнослужащие весеннего призыва выполнили упражнения контрольных стрельб из автоматов АК-74М и пулеметов «Печенек». Занятия проводятся с личным составом 1-й стрелковой роты, а также приданные подразделения. С бойцами занимаются личный состав администрации, все боевые офицеры, сержанты, рядовые, ну и, соответственно, с передачей опыта, полученного в результате участия в СВО. Стрельба велась со сменой огневой позиции по мишеням, имитирующим одиночного стрелка, и пулеметной на дальностях до 800 метров. Стреляли не в первый раз, то есть упражнения знаем, как выполнять. Стреляли точно и четко. Были мишени на рубеже, мишень номер 8, рубеж 500 метров, мишень номер 7, рубеж 400 метров, мишень номер 6, залегшая пехота, 300 метров. Также военнослужащие выполнили нормативы по снаряжению патронами, магазинов к автомату и лент для пулемета. В практических действиях приняли участие около 40 военнослужащих. Светлана Кудрявцева, «События».